вот такое начало. Мы сразу здесь. Без предварительных прелюдий и ласк. Сразу приехали на самую верхнюю точку маршрута. Плечки опусти. Молодец. Ветер дует. Сегодня по прогнозу обещают после обеда дождь, поэтому с утра сразу сюда. Ой, хорошее место для медитации. Бесстрашные люди. Только что все затянуто, посмотри наверх. Мне нравится, как оттуда облака уходят. Вот это все было вот здесь сейчас. Ветер дул сильный, холодно. Посмотри, какое быстрое движение облаков. Да, можно таймлапс сделать. Да таймлапс уже сейчас на твоих глазах идет. У нас тут сегодня везде ветрено. Сейчас мы уже на Кадаргаванском каньоне. Вот этот камешек, который застрял, вот он вот тут держится, и вот тут держится, и вот там чуть-чуть держится. Это барсик. Почему? Ну, как-то низко.
И что? Или там повыше? Нам чуть-чуть пройти надо. А, ну ладно. Там тогда весь рост можно встать. Да, только сразу не поднимайся. В тех местах можно обнаружить у себя клаустрофобию. А тут не работает клаустрофобия. Так, как пройти туда? Чуть-чуть наверх поднимись, где можно встать. Уже это ну там, да. Там туда. Вот еще где-то пару метров и все. Да, тут можно как раз и постоять. Там голова. А тебе там удобно будет стоять? Что? Удобно будет стоять так? Нормально. Без света. Что? Без света. Но у нас же есть свет. А мы выключим. А, ничего не видно. Ну да. Здесь надо будет сейчас нам чуть-чуть без света постоять и без звука. Шоп, стоим. Послушать, посмотреть. Готово? Угу. Готово? Думаю, достаточно. Круто? Да. Да, прикольно. Слушай, я стоял, ну я вот так стою, угу. И у меня теперь правое ухо более чувствительно. Ага. Потому что оттуда вот этот еле доносящийся звук, который мне ухо чуть-чуть оглушил. Разве что получше слышал. Что-то что-то делать. Ну, интересно, это как пещерка. Там получается уже все, да? Вот там. Нет, там еще чуть-чуть пройти можно. Ну там, да, там непонятно, там, что. Как бы уже все, да? Да? Неизвестно, может быть, не нет, все. Ну, это нормальная пещера достаточно. Я думала, будет поменьше. Ты сама иди тебе помочь. Мне помочь чуть-чуть. Ну, я могу тебе чуть-чуть снизу помочь. Не-не-не, мне вот чуть-чуть нужно помочь. И все. Ой, у меня копнуло.
главное после узкой части сразу не вставайте и ударитесь. Спасибо. Как вампиры вышли. Я рассказывал про эту теорию про вампиров. Какую? Что вампирами называли тех людей, которые жили в пещерах. Нет. Что они жили в пещерах, и когда выходили, они не могли и заходили обратно. Но это пещерные имеет люди. И почему они считались бессмертными? Потому что их видели по чуть-чуть. И им, те, кто их видел, им казалось, что они одинаковые. Боже ну, мой. Один и тот же человек как будто. Погода опять испортилась. Все-таки это очень красиво выглядит. Ну, не то чтобы, как бы, не знаю, какой эпитет подобрать, но с точки зрения архитектуры это прям красиво. Еще нет. Нет, я имею в виду там, на качелях. А мы, я не каталась. Мы ушли. А девочка не захотела, а я уже много раз каталась. Ну, прикольно. Ну, ты же брюнет, тебе черная нужна. Так это не мне же. Это же аббочки. А? Ни хера себе. У нас не сливается тогда. 2 литра 3 хотя бы. Никому же. Да. А что здесь это? Нету нигде топа. А вот и у других джиперах у всех поспрашивать. Они тут. Не, они водят. Надо просто найти подготовленную тачку. Вот у этого спросили. Такие, у которых. Это не наш, он дважды. Массы, он здесь часто бывает. Да? Да, да, у всех спрашивать надо. Ну что, какая разница? Да, красивая. Знаешь, на кого ты сейчас похож? На мужика Советского Союза, у которого вот такая шапка была. Короче, вот эту сережки отправим. Нет, чача это... Аракада. Чача это 65-го, аракада. Нет, это как шапка. А это как папа, это папаха. Ну, надо, я хамка серый. И сыну я борзаешься. Подожди, я посмотрю, где задки. Вот зад. Вот зад. Ну, один хорошо, и рыба прошла. Под бороду подходит, если ну, вообще, ты себе... Говорю, ну, ну он, под бороду, он Жор. Он ее будет так носить, как... Это такой эмилированный баран. Нет, это натуральный. Это очень красивый. Если бы ты не был лысым, как бы тебе волосы шли? Конечно. Не, ну вот это очень красивый. Вот это или черная? Ну, я вообще-то черная. Да. Ну, ну они как волосы седые. А люди или вот это? Как шапка, как ты говоришь, вот это же была не как шапка, или вот это? Не, шапка вон та нижняя была. Которая вот эта? Не-не, вон та была, она, с вот коротким там? Ворсом, да. Видишь, вот здесь он расчесанный. Дар ворс. А, дар слишком не надо. Ну, он не такой, ай, кто так падает. Ты как афроамериканец. Вот это же была? Да. Она еще и разойдется. Посашка. За 2500 отдам. Бахазар. Это козлики. Дешевле, чем мягкий день найдешь. О, это которая на проспекте. Чё? Которая на проспекте торгует. Что? У нее сколько они стоят? 28 тысяч. Серьезно? Я не знаю, сколько они стоят, но у нее дорогие, по-моему. У меня самые низкие цены есть. Маночек красивый какой. Маночек красивый. Смотри, превращается. Исчезает, пакетик закидывается.
Это уже, знаешь, это если еврею сбрить голову. Это как Панама. Давай берем, что поделать. Что вырубай? Дырин. Да, я тут со столом слились, да? По цвету. Так, а давай теперь я тебе красивое видео сниму. А тут мы варим кофеёк с таким вот видом. Ёк. Ну, собственно говоря, посмотрите на этот пейзаж. Зимний пейзаж. Это просто шок. Это просто нереальный шок. Мы приехали из одних гор в другие, но даже на лавочке не так красиво. Офигеть. Где-то там Осетия. Вот сейчас хорошо семерка видна. Да. А, да. А, вот семь. Охренеть! Это же популярно! А вот там Эльбрус. Надеюсь, это откроется сегодня, в ближайшее время. Да. 3847. А, ну ладно, 48 уже. Это просто. Что может быть красивее, чем вот это? Сейчас мы спускаемся с подножья Эльбруса. У нас пока есть время посмотреть на нескольких приемах, которые помогут вашему делать изучать более объем. Итак, первое правило. Мы говорим на теплом воздухе. Представьте, что вы также в горах поймали птичку. Она замерзла. Берем ее в руки и начинаем греть. В этот момент только опускается, связки прогреваются и голос становится ниже. При таком же положении гортани попробуйте помыть грудную кисть.